Сегодня в стенах Тамбовского государственного университета прошло предновогоднее чаепитие для детей спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами праздника выступили серебряные волонтеры Тамбовщины. Со своей идеей они обратились в городскую думу. Народные избранники инициативу поддержали и совместно с Державинским университетом организовали для детей предновогоднее чаепитие. Не остались в стороне и студенты ТГУ, которые приготовили для гостей концертную программу. Общение между людьми – это самое хорошее, что сейчас есть. То есть люди должны общаться и не делиться на инвалидов, не инвалидов, особенно когда общаются ровесники. Это очень важно и в плане развития психологического, и в плане передачи опыта. Также на празднике была представлена коллекция елочных игрушек разных времен. Дети смогли подержать в руках как современные экспонаты, так и елочные украшения дореволюционной эпохи.